Вот так у нас в стране проблемы решаются. Во дворах жопа с парковкой. Люди уже вынуждены были на газоны вставать. Ну, как газоны. Не было тут никогда газона. Вечная чача какая-то. А коммунальщики наши, вместо того, чтобы парковку расширить на вот этой площадке, здесь в два ряда машины вошли. Что решили сделать? Правильно, блядь, заборчик поставить. Вот оно, решение проблемы. И вот эту всю секцию они сейчас затянут забором. Потому что там вставали, здесь вставали, тут вставали. Конечно, в жопу парковки даешь пешеходов, которых у нас, блин, во дворе-то нету.